Всем привет! Всем добрый-добрый вечер! Добрый вечер среды! И у нас очередной вебинар компании Аквикс на русском языке. Меня зовут Мария, я пресс-секретарь компании, и давайте для начала проверим, есть ли у нас звук. Пожалуйста, поставьте в чатик нолики, если звук есть, если все в порядке. Я буду тогда знать, что все окей, что все хорошо. Так, давайте поставим. Вижу, что есть люди. Не скупитесь на активности. Ставим нолик, если меня слышно, видно, если все в порядке, чтобы я могла спокойно начинать. Пока вы ставите нолики, я коротенько опишу, что сегодня будет. Сначала будут новости компании, как всегда, исключительно положительные. Потом поговорим о последних публикациях, которые у нас были, обсудим их. И после этого проведем классическую презентацию компании для наших новых потенциальных партнеров и для наших постоянных инвесторов, для тех, кто постоянно с нами работает. А чтобы все в голове уложилось, чтобы если вам позвонили в 3 часа ночи и сказали, куда вложить деньги, скажи мне срочно, ты вы бы ответили в Аквикс. Это инновационная международная компания, зарегистрированная в Грузии, которая занимается газоочисткой, которая добывает воду из воздуха, которая очищает воздух в помещениях, и которая производит полезные энергетические напитки, которые избавят тебя от стресса, чтобы ты не звонил мне в 3 часа ночи с такими вопросами ЕПРСТ. Вот. Так что, начинаем. 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 И начинаем мы с новости о нашем очередном конкурсе, посвященном Международному дню климата, который пройдет 15 мая. Конкурс состоит из двух вариантов, из двух положений. Какой вам будет проще? Ну, можно оба. Первое. Зарегистрируйте своих детей в нашем личном кабинете, в личном кабинете Аквикса, приобщайте ваших детей к компании, приобщайте ваших детей к инвестициям в принципе, рассказывайте, что это такое, и за каждую регистрацию юного участника каждый из них получит по портфелю из 350 долей, то есть 12 долларов. То есть портфель из 12 долларов абсолютно бесплатно вашему ребенку, племяннику, соседу, соседу племянника, племяннику соседа, за то, что вы его зарегистрируете. Будем развивать молодое поколение, давайте делать это вместе. И у нас есть суперпризы для тех, кто не просто зарегистрируется, но также подпишется на нашу группу в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, сделает репост записи о конкурсе, а также выложит свой пост с рисунком вашего ребенка на тему экологии. И, соответственно, в этом посте нужно будет указать ваш ID и ID ребенка и отправить ссылку на пост в нашу службу поддержки. После этого вы станете участником конкурса, участником розыгрыша, который пройдет 15 мая, и мы будем разыгрывать 2 портфеля по 184 доллара и 2 портфеля по 736 долларов. Все это за то, что вы нарисуете с ребенком рисунок на тему экологии, разместите его, пришлете нам ссылку. Все максимально просто. Я понимаю, что все возможные и невозможные дела с детьми уже переделаны, уже кажется, что все это не имеет смысла, вы уже от всего наверняка устали, но теперь у вас есть цель, теперь вы делаете это не просто так, мы вас мотивируем проводить время с детьми, обучать их финансовой грамотности и получать за это деньги портфелями Аквикс. Поэтому
Welcome. Это наш очередной конкурс. Еще раз, 15 мая мы уже будем подводить итоги. Поэтому давайте начнем заранее. Кто? Кстати, я знаю, что у нас есть участники, которые уже это сделали. Айдар, я знаю, что уже выкладывал что-то. Если вам интересно, если вы будете ждать 15 мая, если вы уже думаете, какую экологическую катастрофу нарисовать, поставьте, пожалуйста, восьмерочки, чтобы я видела, что все услышали про конкурс. Давайте рисуем рисунки. Простите за тавтологию. Так, и следующее. Да, вижу знакомые лица, в чатике появились. Следующая новость. У нас там же, в нашем ВКонтактике, несмотря на то, что он так ласково звучит, выходят вполне себе серьезные статьи. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Например, там вышла статья о том, по какому принципу мы будем распределять доли из фонда маркетинг. Их там целых 50 миллионов долей. Это много. Распределять их мы будем по двум частям. Первое – это то, что касается постоянных сотрудников компании, мы будем вознаграждать их. И второе – это то, чем мы будем поощрять наших самых активных инвесторов, в том числе. Это доли, которыми мы поощряем за участие в конкурсах, подобных вот тому, что я сегодня рассказала. Это доли за то, что вы регистрируете участников в личных кабинетах, приводите их, знакомите. Это доли за то, что вы принимаете какое-то активное участие, занимаетесь продвижением, занимаетесь продажей. К примеру, кстати, в прошлую среду мы уже проводили награждение партнеров, которые отличились привлечением крупных клиентов, крупных инвесторов, привлечением клиентов по газоочистки, которые организовывали переговоры с владельцами предприятий-загрязнителей, с руководством этих предприятий, награждали тех, кто продвигал Аквикс в областных и городских администрациях, такие тоже были, кто способствовал продвижению Аквикса в медиа, в общем, прочее. У нас очень много активных участников, и мы их все не забываем. И вот неделю назад, в прошлую среду, мы наградили 6 человек портфелями по $736. Это много, но они это заслужили, потому что очень старались. И мы это видим, и мы это ценим. И, пожалуйста, участвуйте тоже. Если вы не понимаете, что вы можете сделать, но хотите быть награжденными, хотите принять участие, пожалуйста, звоните, пишите в нашу техническую поддержку. Мы всегда на связи, и мы всегда подскажем, что вы можете сделать, чтобы компания Аквик стала более популярной, а вы стали более финансово успешны. Поэтому, пожалуйста, пишите в нашу техническую поддержку, мы всегда на связи. Так. И следующее, о чем бы я хотела поговорить, это наша статья на канале Дзен, на Яндекс.Дзене. Не забывайте подписываться, маловато у нас там лайков пока стоит. Это надо исправлять срочно. У нас там, между прочим, выходят интересные статьи. Последняя статья была о том, как связан вихрь на Юпитере и наши технологии будущего. Если вы думаете, что никак, то ошибаетесь, потому что почти 4 века назад был открыт вихрь, который называется «Большое красное пятно». И с тех самых пор вихрь этот не прекращался, а размером он с две планеты Земля, и двигается он со скоростью 500-600 км в час.
Это много. Это большой вихрь, большой ураган. На Земле тоже такие проходят, вы это знаете. К счастью, они менее скоростные, менее масштабные, гораздо менее разрушительные. Но именно большое красное пятно Юпитера послужило вдохновением для нашего инженера Андрея Владимировича Ченцова, нашего главного инженера, главного разработчика, который придумал технологию изон течения и технологию искусственного смерча, именно глядя на большое красное пятно Юпитера. Конечно, искусственный смерч, который Андрей Владимирович разработал, он не разрушительный, он созидательный, и он гораздо меньше, он размером не с две Земли, а он размером с несколько молекул. Но, тем не менее, он более чем полезен, более чем положителен, поэтому мы его используем. И если вы уже слышали про технологию изон течения, поставьте, пожалуйста, девяточки в чатик, кто слышал про технологию. Ссылку киньте на Дзен, плиз. Да, я кину в конце презентации, обязательно брошу Михаилу. Поставьте девяточки, кто что-то слышал про технологии изон течения. Большинство из вас, я знаю, что слышали, потому что мы об этом пишем на сайте, но, скорее всего, вы не понимаете, почему именно изон течения, если вы подробно не читали все наши документы. Так вот, изон течения – это интенсивно закрученный поток с отрицательно напряженными межмолекулярными связями. В общем, по первым буквам. Он был изобретен в 2004 году, и с тех пор мы его испытываем. И он используется главным образом для очистки отходящих газов предприятий. Специальный агрегат, газовый сепаратор, создает искусственный смерч, в котором разные газы и примеси разделяются и отдельно утилизируются. Зачем? Потому что заводы загрязнители, которые привыкли всю грязь, весь смог, все углеводороды, вот это все выбрасывать в воздух, в трубу, чтобы мы смотрели на вот эти красивые черные клубы и ими дышали, они могут этого не делать совсем. Они могут не только, в принципе, избавиться от вот этой грязи, которую они выбрасывают, они могут также ее обрабатывать, да, могут также ее обрабатывать, расщеплять, разделять. И за счет этой технологии искусственного смерча у вас вот эти все частицы, они по сути остаются на стенках смерча, и вы можете использовать то, что осталось, для того, чтобы превратить в синтетическую нефть. То есть представляете, если раньше предприятия-загрязнители просто выкидывали вот это все как грязь, то сейчас они могут эту грязь, то, что они считали грязью, превратить в синтетическую нефть. И, по сути, свою расходную статью превратить в доходную статью, что супер-супер полезно. И все это благодаря смерчу на Юпитере. Ну и великому-великому человеку, Андрею Ченцову, Андрею Владимировичу Ченцову. Сегодня про него тоже поговорим. Вижу, что мои коллеги бросили в чатик ссылочку на Яндекс.Дзен. Спасибо большое. Спасибо. Работаем коллективно. Так, и, собственно, на этом с новостями все. Как всегда, у меня только хорошие, ничего плохого у меня для вас сегодня нет. Я надеюсь, что никогда не будет. Поэтому новости все. Сейчас у нас будет презентация, классическая презентация компании. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, пропитывайтесь, запоминайте, чтобы днем и ночью активно агитировать за Аквикс легко и без затруднений. Давайте. Один момент, я сейчас переключу. Отлично. Все, есть презентация. Начинаем ее.
Зарабатываем в кризис вместе. Ну, а как же иначе? Все, наверное, слышали, что кризис – это время зарабатывать, но это возможно только для тех, кто делает это с умом, у кого есть человек или компания, которая может подсказать. Вот давайте сегодня об этом поговорим. Итак, что нас сегодня ждет? Учредители компании, что это за люди? История развития технологий, разрабатываемое оборудование, юридическая информация, экономика проекта, вопросы и ответы в конце. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я в конце презентации на все обязательно отвечу. Итак, наш генеральный директор, наш главный вдохновитель, глава компании, идейная, творческая и прочее, прочее, Балякна Артем Артурович. У Артема Артуровича очень много заслуг, 15 лет опыта в строении команд, основатель, генеральный директор IT-компании, создал мобильное приложение с аудиторией более 30 миллионов человек. И, кстати, у Аквикса скоро тоже будет свое мобильное приложение. Поэтому ждите, ждите, совсем скоро все станет еще удобней. Артем вложил в Аквикс 250 тысяч долларов собственных средств, что примерно очень много. И Артем всегда просит отметить, что он собрал команду из более чем 20 опытных специалистов. Вот мы буквально сегодня утром считали, по-моему, было 26. Всеми нами можно гордиться. Кого-то из нас вы можете видеть на сайте, кого-то из нас вы можете увидеть через лайв-камеру, ссылка на которую есть на нашем сайте aquix.pro. Заходите, смотрите, пожалуйста. И, кстати, через эту камеру часто можно увидеть нашего главного инженера, нашего генерального конструктора Андрея Ченцова. У Андрея гигантский опыт, но для нас наиболее важно, что он открыл новое физическое явление и получил 4 патента на технологию изон течения. Вот тот искусственный смерч, про который мы с вами сегодня говорили. А, кстати, про искусственный смерч у нас есть видео о том, как все это работает на YouTube-канале, анимированное видео, смотрите, пожалуйста. И он также получил одобрение от множества комиссий, научных советов, госструктур, предприятий. Все патенты, все записи лежат на наших ресурсах, на нашем сайте, на нашем YouTube. Смотрите, все подтверждено, все не просто так. Мы не просто так здесь разговариваем, у нас все под контролем. История развития компании началась в 2004 году, когда мы трансформировали энергию антивзрыва в тепловую энергию. А в 2006 мы занимались очисткой газа, слипанием частиц меньше 5 микрон. Это то, что касается как раз вот превращения отходящих газов в синтетическую нефть, чтобы они, ну, разделялись, слипались. Разделение газового потока на отдельные компоненты. Увеличение концентрации синтетического металла Омск-Томск. И в прошлом году, наконец-то, мы получили энергетический напиток, тот самый, который полезный, который вас лечит, в том числе от стресса, который заряжает вас энергией на весь день. Вы можете увидеть уже не первую итерацию этого продукта через нашу лайв-камеру. Смотрите, он там стоит такой достаточно большой. Конечно, продавать мы будем совсем маленькие устройства. Пока что это разработка. Но все уже работает, напиток уже получен. Так вот, за 15 лет было вложено в эти предприятия более 3 миллионов долларов. Говоря о промышленных установках, которыми мы занимаемся, давайте поговорим об экологической нише компании, потому что это тот рынок, на который мы, собственно, будем продавать наши очистные сооружения, наши технологии газоочистки. Почему это актуально? Это актуально, потому что с экологией у нас с вами беда. Вы это видите и по коронавирусу, который страны периодически пытаются друг на друга свалить, кто его
кто его искусственно создал. Но, скорее всего, никто его искусственно не создал. Скорее всего, просто наша экология до такого докатилась. Вы это видите по зиме, которая практически отсутствовала в этом году, тем более в европейской части континента. Если вы живете в Питере или в Москве, вы знаете, что это была просто беда, что всю зиму была весна, и я за снегом летала в Сибирь, в Омск, потому что это было невозможно. Ну и в принципе замеры экологии во многих-многих городах все печальнее и печальнее, и, к счастью, многие страны это заметили. Поэтому в 2017 году в Страсбурге подписали резолюцию сократить парниковые газы на 55%, достигнуть углеродного нейтралитета, ограничить потепление климата, изменить модель использования углеводородов, то есть то, как раз, что мы с вами делаем. И в этой резолюции, которую подписывают все больше и больше и больше стран с каждым годом, в ней написано, что вложения стран в направлении сохранения экологии должны составить более 1 триллиона евро за 10 лет. Вы мне можете сказать: Мария, какой триллион евро? Кому это сейчас нужно? У нас проблемы с экономикой. Есть в этом логика, но проблемы с экономикой у нас потому что коронавирус. Коронавирус, потому что проблемы с экологией. Поэтому, если мы не хотим вот этого замкнутого цикла и вот этих всех катаклизмов из года в год, из года в год, нужно что-то делать с первопричиной. Первопричина – это экология. И что же мы с ней будем делать? Мы применим технологию изотечения и будем продавать оборудование по газоочистке. Очистка атмосферных выбросов от взвешенных частиц и агрессивных газов с эффективностью до 100%. До 100% это значит, что там 99,9999, то есть, ну, почти все. Это как раз вот тот дым, который выбрасывается из трубы, то, про что я говорила. И важно, что наше оборудование минимум в 2 раза дешевле альтернативных решений, представленных на рынке, у которых эффективность не 100% далеко, скажем честно. Поэтому в условиях кризиса особенно актуально. Переработка отходов, то, про что мы говорили уже, возможность создать круговорот оборота потребления углерода по типу воды. Из тонны ТБО, ила или нефтешламов получается до 350 килограммов синтетической нефти. То есть вот эта вся грязь, вместо того, чтобы идти в трубу, идет на переработку, и мы из нее делаем синтетическую нефть. Статья расходов превращается в статью доходов. Выгодно? По-моему, чудесно. Генерация воды из атмосферы. У нас уже сейчас есть партнеры, для которых уже сейчас это актуально, которые не живут в будущем, где вода может стать дефицитом, питьевая вода может стать дефицитом, а вот уже сейчас у нас есть партнеры, для которых это актуально, у которых бывают сезоны, где ну, просто проблемы с питьевой водой. Себестоимость добычи воды благодаря нашему изобретению составляет от 1 до 1,5 долларов за тонну, в зависимости от производительности установки, от влажности атмосферного воздуха, где эта установка будет поставлена. В общем, в любом случае от доллара до 1,5 это очень-очень мало. Поэтому, если у вас есть такая проблема, или если у вас есть друзья, знакомые, партнеры, которые живут в странах, у которых есть такая проблема, не забывайте, пожалуйста, про компанию Аквикс, направляйте их к нам, связывайте их с нами, и вместе мы эту проблему решим. Сейчас давайте поговорим про бытовые приборы. Первый это изонатор, делает воздух в помещении, как на морском побережье. Что он делает? Он очищает воздух в квартире. Кстати, в одном из эфиров мы с вами разбирали, что преждевременная смертность наступает у людей на 7,7% из-за того, что у них, по сути, грязно в квартирах.
Конечно, есть более умные научные слова, потому что взвешенные частицы, потому что что-то где-то оседает, потому что у вас где-нибудь под ванной есть плесень, потому что пыль, потому что химикаты от моющих средств, которые мы все так любим, которыми мы намываем нашу квартиру до блеска в надежде, что вот сейчас-то мы от всего вредного избавились, а на самом деле теперь мы дышим химикатами. На 7,7% чаще люди умирают из-за того, что у них грязно дома. И грязно не просто земля валяется, а ну и другие вещи тоже. Так вот, изонатор это все очищает. И мало того, что очищает, он делает воздух такой, как он на морском побережье. То есть он вас, по сути, оздоравливает. То есть вы можете поставить себе изонатор и не ехать на море, пойти покупаться в ванной. Нет, шучу, конечно, езжайте на море, но изонатор все-таки нужен. А самовар друидов. А это как раз вот та большая машина, которую вы можете увидеть через нашу лайв-камеру. А, ссылка есть на нашем сайте, пожалуйста, смотрите. Самоварчик будет совсем маленький. Это вот такая будет мультиварочка, по сути, ну, по своему внешнему виду. А, но не думайте, что она такая простая, потому что она так просто выглядит. Нет, на самом деле она сжимает частицы под давлением более 10 атмосфер на минуточку. Это очень много, не просто так. Что можно делать? Вы готовите энергетик, достаточно бюджетный, кстати, потому что самовар друидов – это бюджетная позиция. Вы берете минимум какой-то еды, готовите что-то вроде супчика. То есть там берете, кидаете, я не знаю, косточку говяжью. И делаете бульон, который для вас является энергетиком, который вас заряжает, который избавляет вас от стресса, который вас оздоравливает, который насыщает, который проясняет мысли. Я не просто так это говорю, я сама пила напиток, который получается из самовара друидов. К нам периодически, кстати, приходят люди его дегустировать в офис. Если вы живете в городе Омске, вы можете это сделать сами. Мысли проясняются, мыслить становится гораздо легче, особенно в это сложное время, когда эти мысли у нас путаются, потому что очень много забот, очень много тревог, очень много дел и прочее. В общем, очень полезная штука. И кавитатор. Кавитатор – это, по сути, улучшенный самовар друидов. Стоит он подороже. Но если самовар друидов готовит напиток на протяжении нескольких часов, то кавитатор его готовит на протяжении нескольких минут. И не нужно уже в эту кастрюльку кидать никаких косточек, ничего. А достаточно использовать капсулу, вкусовую капсулу, которую, собственно, мы тоже будем изготовлять. И вы садите такой шотик водички, который для вас станет энергетиком, который вас насытит питанием на весь день вместо еды. Это значит, что вы сэкономите себе примерно на очень много времени. Потому что, вот смотрите, сколько вы в день тратите на готовку еды, на покупку продуктов, на приготовление пищи, на сервировку. Вы садитесь за стол, вы едите, процесс поглощения пищи. Потом вы моете посуду. Вот это вот все занимает у нас очень много времени. Допустим, 2 часа в день. Умножьте 2 часа в день на 365 дней. Сколько у вас получится? Больше 700. 732 примерно. Часа вы себе сэкономите благодаря кавитатору. Вы сможете готовить только тогда, когда вам захочется, когда вы захотите пойти в ресторан, съесть устрицу, выпить бокал шампанского, получить удовольствие, вы пойдете туда. Когда вам нужно просто зарядиться энергией и пойти работать, повезти ребенка в детский сад, побежать спасать мир, вы можете просто выпить вот этот шотик из кавитатора, и все. Этого достаточно. И нет, это не магия, и нет, это не развод. У нас уже есть подтверждение на сайте, подтверждение от научных советов, подтверждение от спектрального анализа, это называется, от спектрального анализа самовара друидов, ну и кавитатор, собственно, в разработке. Поэтому смотрите, все абсолютно прозрачно и все работает уже сейчас. Осталось собрать денег, чтобы все это запустить в
массовое производство. Итак, объем рынка, говоря о кавитаторах, о кавитаторе и о самоваре друидов. Говоря об объеме рынка для этих двух устройств, давайте сравним их с энергетиками. Например, с кофе. Ежедневно в мире потребляется более 2,25 миллиарда чашек кофе. Это 205 миллиардов долларов годового объема продаж. Очень много. К 2026 году объем мирового рынка энергетических напитков достигнет 84,7 миллиарда долларов. Тоже очень много. Это тоже тот рынок, на который мы можем выйти. Это то, чем мы можем заменить, то, что мы можем заменить своими напитками из кавитатора. И в 2019 году общий объем рынка для похудения США вырос на 4% до 75 миллиардов долларов, прошу прощения. И по прогнозам аналитиков, общий рынок для похудения будет расти на 3% ежегодно до 2023 года. Какое отношение похудение имеет к нам? Ну, если вы питаетесь исключительно полезно, если вы питаетесь исключительно водичкой, микроэлементами, теми витаминами, тем всем, что вас насыщает и питает, и вы не едите чипсы, газировку, вредные энергетики, не, вот это все не поглощаете, ну, само собой, вы будете худеть в том числе. Поэтому, да, это тоже наш рынок, и он достаточно большой. Если вы уже видите, что рынок нашего оборудования очень большой, рынок газоочистки, рынок бытовых приспособлений, рынок питания, пожалуйста, поставьте семерочки в чат, давайте... Я вам помашу ручками, чтобы вас немножечко разбудить, потрясу экран, а вы поставьте, пожалуйста, семерочки, что вы все еще здесь, видите, слышите и понимаете, что рынок сбыта у наших изобретений большой. Поставьте, пожалуйста, семерочки. Давайте будем на связи. А я пока перехожу к следующей информации. Юридической. Компания зарегистрирована в Грузии. Все сертификаты есть на нашем сайте. Повторяю, пожалуйста, смотрите, все в открытом доступе. Мы сейчас находимся в процессе преобразования компании в акционерное общество. И тогда вы сможете, собственно, станете не просто обладателем медалей, но акционерами официальными, у вас у всех будут соответствующие сертификаты. Это все будет завершено к осени 2020 года. Мы очень вовремя успели. Мы запустили процесс вот только-только перед закрытием границ. Спасибо нашей юридической службе за своевременную работу. Мы также являемся резидентами IT-зоны и имеем налоговые льготы до 2023 года. И мы законно используем технологии блокчейн. Если вам кажется, что Грузия – это неочевидный вариант, то вам стоит изучить законодательство Грузии, потому что оно аналогично европейскому. Гарантирует соблюдение прав для совладельцев компании по типу германской правовой системы. Что такое германская правовая система? Вы либо знаете, для вас это говорит... Все, и вам больше не нужна никакая информация, вы полностью в нас уверены, либо почитайте, потому что мы очень ответственно к этому относимся, супер ответственно, вы не представляете, как долго и тщательно мы все проверяем, но зато у нас все супер легально и супер открыто. Статистика. 90 стран, 90, участники 90 стран уже приняли участие в проекте. Совладельцев 1850. Инвестировано 350 тысяч долларов на сегодняшний день. Вот только-только сегодня проверяла статистику. И, кстати, вы тоже можете ее проверить. Если вы зарегистрируетесь в личном кабинете и зайдете в личном кабинете во вкладку «Экономика», то вы сможете до доллара следить, как меняются эти цифры, какое количество совладельцев приходит и, собственно, сколько денег инвестировано. Все данные генерируются в режиме реального времени, поэтому, пожалуйста, следите.
Доход совладельцев компании. Я сейчас опять чихну, прошу прощения. Так, доход совладельцев компании. В сентябре 19-го, то есть прошлого года, мы начинали с 0,0146 доллара, и сейчас это 0,0329 доллара. Цель наша – прийти к 1 доллару, за акцию. Поэтому вот мы к 29-му году, то есть через 9 лет, планируем это сделать и надеемся за ближайшие 2-6 лет вырасти на 400%. Вы можете посчитать сами, включить калькулятор, если вы мне не верите, либо открыть нашу статью ВКонтакте. Наш генеральный директор Артем Артурович очень подробно все расписывает, что касается экономики. Он в этом гораздо больше понимает. Если есть какие-то вопросы, тоже пишите в техподдержку, мы все отправим, все расскажем. В общем, видите, что цена долей растет, и наша цель 1 доллар. И, собственно, получение дивидендов учредителями напрямую зависит именно от этого показателя. Как же можно инвестировать в компанию наконец-то? А если у вас еще нет портфеля, то вы можете начать с базового за 48 долларов всего лишь. Есть еще портфель за 12, но он доступен только тем, у кого уже есть базовый, чтобы они могли ему их преподносить в подарок, чтобы он был у них вот таким мобильным, небольшим. И, в общем, если вы помните, если вы зарегистрируете своих детей на нашем сайте, на сайте Аквикса, если вы будете приобщать их к финансовой грамотности, то у них появится свой портфель по 12 долларов. Абсолютно бесплатно. Есть портфели гораздо-гораздо больше, вы это видите. У нас есть разного масштаба инвесторы. Но в любом случае вы найдете портфель на свой вкус, на свой кошелек и на свою готовность инвестировать. Компания направит до 25% чистой прибыли на выплату дивидендов совладельцам компании. Пожалуйста, обратите внимание на это предложение. Часто возникает такой вопрос. 25% чистой прибыли пойдет на выплату дивидендов. А еще 25% чистой прибыли пойдет на обратный выкуп долей у их держателей. Конечно, у нас есть партнерская программа. Как же без нее? Это разумно для маркетинга, это то, за счет чего мы растем в геометрической прогрессии. В левой части экрана вы можете увидеть, как называются портфели, сколько они стоят. В правой части экрана вы можете увидеть, сколько вы получите с каждого присоединенного партнера в зависимости от того, какой у вас портфель. Инвестиционные циклы. Сейчас мы на первом цикле формирования стартовой инфраструктуры проекта. Когда я последний раз проверяла, мы прошли его на 66%. Это было где-то неделю назад. Эта цифра растет. Поэтому, если вы хотите войти в первый цикл и получить премию за риск не менее 160%, ну, сейчас самое время, не провороньте. Второй цикл будет с премией за риск не менее 120%, уже поменьше. Тогда будет запуск мелкосерийного производства бытовых устройств. И, в общем, до второго цикла нам осталось собрать всего-то 50 тысяч долларов, поэтому, в общем, торопитесь, торопитесь. Третий цикл – создание установок на базе технологии зон течения. Искусственный смерч. Четвертый – запуск серийного производства бытовых устройств. Вот. И там уже будет 40% премия за риск. Ну, то есть, как вы видите разницу. Как начать зарабатывать, как присоединиться к нам? Регистрируйтесь на сайте. Это бесплатно. Это вас абсолютно ни к чему не обязывает. Вы сможете зарегистрироваться, посмотреть всю нашу экономику, посмотреть все личные кабинеты, прошерстить всю информацию, позвонить, написать в техподдержку и после этого принять решение. Дальше, когда вы решитесь, вы сможете пополнить счет. И сейчас вы это можете сделать со своих банковских карт.
Вам для этого нужно будет зарегистрироваться в платежной системе. Это нужно сделать один раз. Мы знаем, что это не самый простой путь, но мы пошли именно им, потому что компания, через которую мы проводим платежи, зарегистрирована в Эстонии, и у них очень серьезные финансовые проверки, просто максимально серьезные, поэтому мы не делаем все через простой эквайринг, мы все делаем официально через европейское законодательство. Поэтому пополняйте счет со своей карточки в личном кабинете. Покупайте доли. После того, как вы пополняете счет, нужно купить доли. Не забудьте, пожалуйста, потому что у нас есть инвесторы, которые пополняют свой личный кабинет, а доли не покупают. И, соответственно, видимо, люди думают, что достаточно купить и все. Нет, что достаточно пополнить и все. Нет, нужно купить доли. Пожалуйста, обратите на это внимание. Собственно, после этого получаете дивиденды. Ждете, получаете дивиденды. Тут, правда, пропущен еще один шаг, тот шаг, в котором вы идете и рассказываете всем своим друзьям, всем своим родственникам, всем своим партнерам про компанию Аквикс и приобщаете их к нашей чудесной экологической секте, чтобы мы все с вами росли в здоровом, чистом мире и вместе зарабатывали. Но, конечно, я должна вас предупредить, что мы не занимаемся финансовыми консультациями. Мы краудинвестинговая компания. Мы делаем абсолютно все и даже больше, чтобы все это заработало. У нас есть технологии, у нас есть сертификаты, у нас есть инвесторы, у нас есть поддержка в СМИ. В общем, мы делаем абсолютно все, но все-таки это краудинвестинговая компания. Поэтому вы должны сами оценить свои риски, проведите экспертизу проекта, обратитесь за консультацией к лицензированному бухгалтеру или консультанту или кому угодно. Мы только рады, если вы это сделаете. Пожалуйста, у нас будет еще одна бумажка о том, что все чисто и все работает. Поэтому не стесняйтесь, оценивайте свои риски. За ваши финансы ответственность несете вы. Не забывайте об этом. И давайте еще раз по ключевым преимуществам проекта Аквикс. Диверсификация рисков. Компания обладает несколькими запатентованными технологиями. Технологии по газоочистке, технологии по добыче воды из воздуха, технологии по очистке бытовых помещений и технологии по созданию энергетических напитков. Обширный рынок сбыта по всему миру, от бытовых устройств до промышленных установок. Это вот то, что мы с вами смотрели про то, сколько страны собираются вкладывать в экологию, то, чему мы помогаем, сколько люди тратят на чашки кофе, на энергетические напитки и прочее, прочее. Все это наш рынок. Он большой. Интеллектуальная собственность зарегистрирована в юрисдикции с европейским правом Грузия. Ежегодный рост выплаты дивидендов за счет роста производства и выпуска продукции – это наши циклы, это наш рост долей, вы все это видели. Скидка для активных участников проекта на стоимость долей – такое бывает. Персональные скидки на покупку продукции компании – тоже. Участие активных партнеров в развитии проекта Аквикс. А еще здесь не написано, что мы регулярно проводим интереснейшие конкурсы, интереснейшие акции, интереснейшие всякие игрушки-завлекалки, чтобы вам было интересно, чтобы вам было легче привлекать людей, чтобы вы образовывали своих детей, чтобы расти, 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 расти. Поэтому мы искренне верим в то, что Apex это не просто очередной какой-то там стартап, что это будущее, лучшее качество жизни для всей нашей планеты, для нас с вами, для меня, для вас, для ваших детей, для ваших внуков, для всех, всех, всех. Поэтому, эта компания, которая не только экономически перспективна, но также очень позитивна в смысле того, что мы делаем. И сейчас у вас есть время задать вопросы. Если они у вас есть, пожалуйста, пишите в чатик. Я сейчас вернусь в это окошко и буду смотреть, что вы написали.
Так. Вижу семерочки. Вопросы. Вопросы, пожалуйста, если у вас есть вопросы, пишите. Я также напоминаю, что у нас есть чатик. У нас есть много чатиков на самом деле. В Телеграме присоединяйтесь, все ссылки есть на нашем сайте. Если у вас какие-то вопросы возникнут, попозже, по завершению презентации, или вы проснетесь среди ночи с мыслью, я упустил возможность спросить Аквик свой что-нибудь, пишите, не стесняйтесь в нашем чатике, мы всегда-всегда за, всегда ответим. И, кстати, даже наш генеральный директор Артем Артурович тоже часто на самые каверзные, на самые сложные вопросы отвечает, поэтому не стесняйтесь. Волжский самовар купить можно. Можно будет совсем скоро, когда мы его доделаем и запустим серийное производство. И первыми получат самовар наши инвесторы, обязательно они первые в очереди. Пока вы не можете его купить, вы можете в Омске приехать в наш офис и протестировать напиток, чтобы на своем опыте убедиться. Вопросики, вопросики. Может, комментарии?